24 муниципальных образования вместо 47. На законодательном собрании области депутаты говорили об укрупнении муниципалитетов. Эта работа далась тяжелее всего, утверждают депутаты, но пока проекты не доработаны. Наш комитет будет инициировать разработку законопроекта по введению института управления в малых поселениях, которые не являются муниципалитетами, то есть малые села. И сегодня идет дискуссия о том, как назвать их, старшины, старосты или еще как-либо. Потому что люди не могут жить без власти, им нужно к кому-то обращаться. И как будут работать эти люди, они будут входить в штат администрации с минимальной оплатой труда, может быть, кто-то будет действовать вообще на общественных началах, как это было раньше. Закон укрупнения вынужденный, поясняют законотворцы. На сегодняшний день в Оренбурге 115 поселений с населением менее 500 человек. Связано это с оттоком людей в крупные города. И обеспечить достойное качество жизни в каждом маленьком поселке невозможно.